Всем привет, друзья! Меня зовут Екатерина, и вы на моем канале. Перед вами орхидейка, которую я недавно заказывала в Фейсбуке. Там есть страничка одного продавца. Заказала две орхидейки, Rainbow и Wedding Dress. Перед вами Wedding Dress орхидейка, которая приехала со снятым листом, так как была приморожена. Меня предупредили, что она будет с таким листом, что она примерзла. Но, к сожалению, я не знала, какой будет лист снят. Я очень расстроилась, когда ее получила. Корешки в хорошем состоянии, хотят пить. Ничего страшного, мы ее напоим, польем. Я думаю, зрителям будет интересно узнать, что буду делать дальше с этой орхидейкой, у которой снят лист верхний. Друзья, ну, больше не нашлось ничего. То, что я вот придумала, это вот как бы немножко вот так вот срезать ножничками аккуратно вот эту желтизну и замазать. Сейчас я возьму ножнички. Ножнички обработала спиртом. И аккуратненько сейчас мы попробую аккуратно это срезать. Не повредить последний лист. Его, наверное, пытались снять, и он в дороге пожелтел. Думала Максимом здесь замазать, но нет. Максимом мазать я точно не буду, потому что пожгу. Точку роста. Жалко мне орхидейку. Ну, пока так думаю. Первое, что я вот это сделала при получении, это немножко как бы попробовать остановить желтение. Друзья, давайте запомним, на каком она у нас уровне, ее желтизна, листик. Конечно, здесь остаток желтизны есть, ничего я не сделаю, боюсь дальше тревожить. Вот здесь тоже желтизна, вот как вы видите. И сейчас просто хочу замазать я зеленкой, попробовать это место. Так, хорошо намазала. Прямо тут вот. Плохо, наверное, это намазала. Надо еще. Намочить хорошо. Жалко мне орхидейку. Друзья, пишите, может, у вас такие случаи были. И как вы реагировали на это? Что делали? У меня такой первый случай. Может, надо было действительно Максимом замазать. Я боялась пожечь вот это место. Листик новый, который вот так, друзья, я замажу, посмотрим, что будет дальше. Все, всем, друзья, хорошего вечера, уюта, благополучия в каждый дом. Всем пока-пока, до новых встреч.